Подмосковье составили перечень лучших купелей на крещение Господне в 2020 году. При составлении рейтинга принимались во внимание степень удобства места купания для верующих, наличие дополнительного освещения, обустройство раздевалок и мест для обогрева. Особо контролировались вопросы безопасности. На каждой точке должны дежурить спасатели и врачи. По итогам оценки в топ-10 купелей вошел источник преподобного Саввы в Звенигороде у Савино-Старожевского монастыря. На крещение в 2019 году его посетило около 25 тысяч человек.